Да, я сегодня забрела, гуляя по Нюрнбергу. Живя 30 лет в Нюрнберге, некоторые места, честно говоря, даже улицы, не знаю. Сейчас я иду первый раз по этой улице. Даже не какой-то. Переулочки, улочки. Отельчики, ресторанчики, домики. Реставрация идет какая-то чего-то. Интересно, куда я выйду. Если пойду по этой улице, везде идет ремонт. Я не знаю, только в Нюрнберге, нет, я думаю, по всему миру так. Но в Нюрнберге последний год экстрем. Маленькие кафешечки. Даже какой-то магазинчик под виде секонд-хенда. Так. Домики такие красивенькие, старенькие. Такие магазинчики со всякими подарочными карточками. Даже есть ювелирный старинный магазин. Нет, ювелирный, я думала, антиквариат. Нет, это не антиквариат. Сделано очень красиво. Цена не стоит. Стоит только 50% распродажи. Ох, какой ты. Ну и привет, красавчик. В таких доспехах, представляете, раньше ходили. Ой-ой-ой-ой-ой. В таких кружках. Большинство пива пьют баварцы. А здесь а что? Новогодние игрушки. Но это точно уже. Очень-очень давно. Я имею в виду старинные. Wenn er jetzt den, wenn er jetzt den Kevin zu meinem Vertreter macht, dann hat er natürlich gegenüber Hannes ein Argument, warum dann der Kevin auch die Gleichung bekommen hat. Вот такие маленькие магазинчики. Первый раз, между прочим, вижу кафе. Ну, дальше я теперь знаю, куда это выводит. Ой. Лучше. Это тоже ювелирный магазин. Часы продают. Всякие украшения продают. Ну, дальше начинается улица, которая только магазины, бутики, где все вещи, такие как Dolce & Gabbana, Prada, Louis Vuitton и многочисленные марки, очень дорогие. Все, теперь я знаю, куда мы в центр. Теперь я знаю, куда мы вышли в центр. Ну и здесь начинается, конечно, туристическая зона. Туристическая зона.
прогулка по Нюрнбергу. Тут даже люди живут. Ой, красиво. Вот так утром с этого балкона выходит и смотрит на такую красоту. Шикарно. Сказочно, скажу я вам. Так, что у нас здесь еще есть? А у нас еще здесь есть еще одна церковь в самом центре. Но это не Лоренцкирхе. Есть Лоренцкирхе, а тут еще одна. Такие красивые статуйки. Иисус. Чтобы видно было. Ах, Иисус, Иисус, прости нас всех грешных и направь на путь истины. Так, такое красивое место. Все такими плитами, старинными камнями выложено. Вот. Написано. Тут компанист, органист играл. Йоган Рахельдель. Туристы туда заходят вовнутрь. Старинные домики с такими маленькими окошечками. Такое уютное местечко, там кафе. Дальше. Чтобы видно было лучше. Вот это место все старинное, красивое. Да, как всегда ремонтируют. Без этого невозможно. Самый дешевый магазин. Какой по вещам у нас? Кик. Кик, это вам не Цара. Вон леггинсы всяких цветов. 4,99 стоит. Всякие цвета. Пожалуйста, даже такие сексуальные. Игрушки детям, посуда на море как раз. С Ойра 99. Можно все купить для отпуска детишкам. Пятерки. Тут стоят цены в разных, по разным странам. Первая стоит в Германии. Ойра 99. Такая ведерочка детская. Кораблик. Кораблик. Ойра 99.
Пожалуйста, кому на море. Тоже сланцики детские. Они стоят, начиная с 4,99 тоже. Цены на такие. Пожалуйста, 2,99. Для мальчиков, пожалуйста, для девочек. Есть такие, конечно, не настоящие кросики. Ну, скажем так, для детей поносить. Сезончик. И стоят они. Опа! 3,99. Пожалуйста, такие. Для мальчиков тоже. С динозавриками. 5,99. Но они легкие-легкие. Я их даже не чувствую в руке. На море или топать дома, пожалуйста, Барби, кто любит. 6,99. Для взрослых, для мужчин. 4,99. Для девочек маленьких тоже есть такие велосипедки. Разных цветов. 3,99. Разные цвета, пожалуйста, маленькие. Есть побольше. Футболки. Вон в распродаже. 2,99. Пожалуйста. Самый альтернативный магазин, в который можно прийти и одеться. На 50 евро хорошо. Пожалуйста, мужские шортики. Все начинается. 7,99. Пожалуйста. Также любые. Хотите потеплее, большие. Хотите летние. Цвета разные. Так что, кто будет в Германии, не знаю. Он, по идее, на всех. Тут столько стран написано цены. Значит, он, по идее, есть во многих заграничных странах. Вот так вот. Так что всем советую. Вон, пожалуйста, на лето. 2,99 такие маечки. 2,49 даже. Есть разные цвета. Пожалуйста, под леггинсы пришел. Подобрал. Пожалуйста, такая маечка. Такие леггинсы. Есть, конечно, другие цвета. Белые. Как раз для лета. Но только летом у нас. Уже неделю. Не пахнет. Погода. Хоть дождик перестал, а тут дождь лил, гроза, молния. Сегодня получше. Ну что ж. Так, пойдем дальше. Сегодня у меня день косметологических услуг. Что-то для себя хорошенькое хочу сделать. Для моего личика. И для моего тела массажик. И чистку лица, пилинг, маски. Так что, Лариса, давай вперед из песни. Очередной поход сегодня. Русский магазин Лего. Судя по ценам, на соленые огурцы. Или, наверное, скоро придется, как в старину, самим солить огурчики. Бабушкины огурцы. Да, бабушкины огурцы. Хрустящие огурчики. Это у нас что? Укропные огурчики. Выбор, конечно, большой. Но цены. Тут уже польские. Польши. Польша дороже, да, идет. Так. Значит, самые дешевые у нас здесь. 2,49. Бочковые огурцы.
что мне такого выбрать. Нет, еще есть за 2,29. Это, наверное, тоже польские. Не знаю. Так, что у нас здесь есть еще? Салаты. Бабье лето. Салат с овощей. Бабье лето стоит 2,99. Морковка по-корейски. Никогда такую еще не брала. Интересно, вкусно, невкусно. Так, тут у нас с баклажанами. В банке 0,5 кг. Смак. Фирма. Тут у нас. Так. И салаты. Вообще как будто на грузинском написано. Грузинская продукция с овощей. Тут у нас баклажаны тоже грузинские. Что у нас здесь еще? Помидоры. Помидоры. Консервированные, укропные. Тоже выбор большой, но они даже стоят дороже, чем огурцы. Ассорти 414 грамм, 3,59. Патиссончики 3,49. Да. Всякое такое. Аджика. Скоро будем сами все консервировать. Опять сами в банки складывать. Орешки 3,89. Интересно, кто производитель? Просто мне интересно, стоит или не стоит. Ручная работа, стоит. А кто ее произвел? В Германии? Произвели в Германии, а название русское. Есть такие. Ну, то же самое. Вятский пряник. Из Вятки с любовью. С яблочным повидлом. 99. Ну, тут я тут смотрю. Вятка, не Вятка. А кто же производитель? Просто интересно было. Так. Россия. Кировская область. О, ничего себе. Значит, санкции пофигу. Все возят. Только зря говорят. Распродажа, да, 2,79, 430 грамм стоит у нас творога, килограмм 6,49. Ну, творог тоже стал, вот это стоило 99 центов, наверное, месяца 8 назад, может, полгода, а сейчас 250 грамм, ойра 89. Творог деревенский. Угу.
зависит от производителя, что ли, почему цена такая. Эти тарты такие вкусные. Это польские, с Польши тоже цена поднялась. А на что же цена не поднялась, да? Сырки. Нет, это что у нас? Это сыр, плавленый сырок. 100 грамм 99 центов. Искусственная икра, черная, 200-300 грамм, 2,99, красная дешевле. Но она вкусная. Вот это имитация. Там здесь по 4,99 натуралка. Там, извините. Смотря сколько грамм там еще. 90 грамм натуралка, 4,99. 120 грамм, 5,99. Угу, за 12,99 можно купить 250 грамм. Угу, хорошее, спасибо. Говорят, не кушайте искусственную, берите настоящую. Это цены на сало у нас. Это все, конечно, за килограмм 14,49 это получается, за килограмм, потому что там в упаковке, а стоит за килограммы. В упаковке, конечно, не столько. Тут в упаковке где-то 250 грамм. Сосачки. Так, ну, а такие вот у нас примерно цены на продукты. Здесь уже вот это хорошая морковочка, но вкусная. Салат. Это у нас морская капусточка, там даже как морской салат, 2,15. Крабовые палочки, так, 200 грамм, евро 49, тоже надо взять. Крабовый салат сделать, настоящий краб, случайно там нету, зачем имитацию брать, да возьми у Ларисы настоящих крабов и сделай. Тоже колбасы пошли. Это у нас докторская колбаса. Не понял. 7,59. 750 грамм. Да уж. Ну вот так, а что здесь еще такого есть? О, даже куриные лапки. Там столько названий, даже не знаю, сколько же эти куриные лапы стоят, такой один пакет. Ну все, пойду выберу себе что-нибудь. Это у нас кетчуп. Тоже разные фирмы кетчупа. Паштеты. Тушенка, вот, тушенка у нас какая, курятина, так, это у нас свинина, а это у нас тоже говядина. Шпротики. Шпроты рижские стоят. А почему шпроты рижские стоят?
по-русски написано. 2,69. Что, прямо с Риги? Тоже интересно посмотреть, где тут написано, кто я. С Латвии. Написано по-русски. Странно. В жизни у нас все странно, правда? Хорошо, пойду что-нибудь себе куплю.